В мае 2021 года Дмитрий Певцов сообщил об уходе Ольги Дроздовой из театра «Современник», где она проработала большую часть своей жизни, а также из актерской профессии. Звезда сообщил, что его жена хочет как можно больше проводить времени с сыном Елисеем, так как у мальчика начался переходный возраст. Сама Ольга никак не комментировала свое решение, однако на днях раскрыла правду. Ольга Дроздова назвала настоящую причину ухода из «Современника». «Пришло время уступать место молодым актрисам. Я это говорю абсолютно искренне. Я сама выращиваю актеров. Потом они приходят в театр, а там сидят такие бабки, как я, и играют молодых девушек. Но надо как-то совесть иметь», заявила жена Дмитрия Певцова в эфире программы «Ты не поверишь» на телеканале НТВ. Как заметил сын 56-летней актрисы, он рад, что мама стала чаще появляться дома. «Больше времени нахожусь в училище, но когда прихожу в увольнительные, то мне приятно, что мама всегда дома. Помогает с уроками», – рассказал 14-летний Елисей. Между тем, сплетники по-прежнему мусолят версию о том, что Ольгу Борисовну вынудили уйти из театра. Мол, в последнее время она практически не получала ролей и, соответственно, гонораров, что сделало дальнейшее пребывание в «Современнике» бессмысленным. Отметим, за 32 года работы в «Современнике» Дроздова сыграла в 20 спектаклях и была одной из самых популярных актрис театра. Ранее Певцов так объяснил решение жены: «Серьезная педагогическая деятельность, руководство актерской кафедры Института современного искусства, режиссура, а главное – проблемы воспитания сына. Все это, естественно, привело к обдуманному шагу – подаче заявления об уходе из театра по собственному желанию. Никаких трагедий, слез, истерик. Это просто естественный выход и сложившейся жизненной ситуации. А вам знакома Ольга Дроздова как актриса? Что вы думаете об этом ее принятом решении? Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.